Минус 7 тысяч рублей с семейного бюджета. Вновь горожане попались на уловки преступников и, не проверив достоверность информации, перевели деньги незнакомым людям. Саровчанка решил помочь своей сестре, которая живет в другом городе. Но средства отправил не родственнице, а мошенникам. Данной сестры взломали социальную сеть ВКонтакте, где началась рассылка о том, что ей требуются срочные денежные средства. Отзывчивость вышла боком и другому саровчанину. Он откликнулся на просьбу совершенно незнакомого человека и лишился сотового телефона. Незнакомец вышел из увеселительного заведения на улицу позвонить и больше не возвращался. Ситуация была в том, что данный гражданин ЖЖ попросил позвонить телефон. С добрых побуждений данный гражданин, потерпевший, отдался сотовый телефон. Злоумышленники сначала сняли видеорегистратор, а потом решили завести отечественную шестерку и покататься по городу. Пропажу своего автомобиля владелец обнаружил рано утром и тут же сообщил дежурную часть полиции. Преступников долго искать не пришлось. На их пути встала опора уличного освещения. Данные угонщики, угнав автомобиль, врезались в фонарный столб, где были задержаны сотрудники ГИБДД. По факту угона автомобиля и кражи имущества возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.